Дорогие друзья, мы все с вами в предвкушении волшебной минуты. Буквально через несколько секунд перед нами раскроется таинство. Таинство очередного фестиваля «Радуга». Радуга, которую нам дарят наши гости, радуга, которую нам дарят артисты нашего любимого ТЮЗа. Я думаю, что большинство присутствующих в этом зале любят этот театр с самых ранних лет. Сами приходили сюда, приводили сюда своих детей и, наверное, будут обязательно приводить внуков. И каждый год радуга вспыхивает всеми красками над нашим Санкт-Петербургом, над Адмиралтейским районом. Я надеюсь, что фестиваль этого года подарит нам новые радости, новые лица, новые имена. Хочется объявить об открытии фестиваля и пожелать всем его участникам успехов. И для того, чтобы те надежды, которые сегодня теплятся в сердцах артистов, которым предстоит выступать перед нами, все они сбылись. А мы получили то удовольствие, то наслаждение, с которым мы сюда пришли, с надеждой на то, что мы это все получим. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, сегодня мы с вами присутствуем на очень знаменательном событии. Знаменательном событии не только для нашего города Великого Санкт-Петербурга, но и, не побоюсь этого слова, для всей международной театральной культуры. Потому что именно сегодня открывается 17-й международный театральный фестиваль «Радуга». За те 16 лет, которые он проходил на этой площадке, какие только страны не представляли здесь свои театральные коллективы. И Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и Дания, и Голландия, и Эстония, и, конечно, Россия. И ближайшая неделя исключением не является. Те спектакли, которые заявлены в афише, абсолютно справедливо сказала Светлана Викторовна Штукова, они будут волновать наши сердца, тревожить наши души, заставлять искать ответы на волнующие нас вопросы и вновь наслаждаться высочайшим искусством, имя которому – театр. И замечательно, что в прошлом году, в 2015-м, команда, которая придумала этот фестиваль в далеком 2000 году, и не просто придумала, но и мастерски воплотила в жизнь, каждый год поднимая его планку на новый уровень. Казалось, куда уже выше. Но мы удивляемся с вами каждый год. Так вот, эта команда, во главе со Светланой Васильевной Лаврецовой, получила премию правительства Российской Федерации. Так был отмечен вклад этих профессионалов в театральную жизнь России. Давайте поприветствуем. Одна только статистическая цифра. За эти годы более 200 спектаклей в рамках фестиваля увидели петербуржцы и гости нашего города. Так давайте пожелаем этой команде также уверенно вести корабль по намеченному курсу, а нам с вами на протяжении ближайшей недели, собираясь в этом зале, удивляться, восхищаться и восторгаться. С праздником! Что хотят, то и объявляют. Творческий лидер. Какая глупость вообще. Лидер – это вообще не для театра. И фестиваль этот как раз замечательный тем, что в нем нет никаких призов, нет наград и нет соревнований. Что очень важно. Потому что, ну, знаете, ну что такое соревнования? Во-первых, в искусстве нет мест, их нельзя расположить. Во-вторых, любое соревнование связано, потом разбираешься, кто из актеров под допингом был, кто без допинга. В общем, добрый вечер. Существует, знаете, в
в актерском тренинге очень много сложнейших упражнений. Я тоже пробовал им заниматься, как лидер. И одно из упражнений невероятно простое, но самое сложное. Это вот два актера, группа артистов ходят по комнате репетиционной, да, встречают друг друга, останавливаются и говорят: «Добрый вечер». Но сказать надо так, чтобы это не отеплять, не кокетничать, а передать другому истинное пожелание, первичный смысл этих слов. Не так расхоже, как мы обычно говорим: «Добрый вечер, добрый вечер», а на самом деле ничего не желаем. Мы просто так: «Привет», да? А вот «добрый вечер», я вам желаю всем доброго вечера и добрых дней. Я думаю, что то, что сегодня фестиваль открывается, спектакль художественного театра имени Чехова, уже задает такое доброе, замечательное и радушное отношение к фестивалю. Что для меня этот театр очень дорог. Сейчас, пока я вышел за туристами, встретил своих друзей, актеров, с которыми я работал и работали со мной. И я вам хочу сказать, может быть, этот спектакль, я вот так случилось, его не видел. Может быть, он замечательный, может быть, очень хороший. Это вы оцените. Но то, что вас ждет, встреча с компанией умных, независимых людей, талантливых людей и очень красивых, это обеспечено. Я вам желаю хороших фестивальных дней и чтобы они вам запомнились. Гостей в стенах нашего дома и пожелать фестивалю удачи. Фестиваль открывается. Удачи коллективу, который сегодня у нас за спиной. И всем вам тоже в течение 7 дней, чтобы вы получили истинное удовольствие и наслаждение. Ура! Дорогие друзья!